Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня я отреагирую не всем на кей-поп, а на самом деле на песню, трек, скажем так, диджея Снейка, французского продюсера, музыканта и т.д. и т.п., разумеется, и диджея, которого я впервые слышу про этого товарища. Этот трек он записал совместно с пуэрториканским певцом Асуной, с американской рэпершей Меган Зе Стеллион, если ничего не путаю, и, что самое главное, собственно говоря, с Лисой из Blackpink. За творчеством Лисы я слежу, хотя последняя песня меня очень разочаровала, но тем не менее, за ее коллаборациями с другими людьми смотреть интересно. И, в принципе, за коллаборациями кей-поп-исполнителей с кем-то еще всегда смотреть любопытно, что они друг другу дадут. Вот посмотрим здесь, хоть что-то Лиса даст этому треку или нет, или наоборот, да. Всякое может быть, всякое может быть. Плюс я как бы слышал, что песня эта конкретная, песня называется SG, Sexy Girl, в стиле Мумбатон, в общем-то, записана. Поэтому, ну, такое в кей-попе было и не раз. Так что, может быть, это вообще один в один кей-поп. В общем-то. Ладно, товарищи, давайте. Перед началом реакции я что сделаю? Попрошу вас поставить лайк и скажу спасибо людям, которые меня поддерживают на Патреоне. А это, сейчас я открою свою табличку замечательную, где у меня указаны люди. А это Шура, Тед Купер, Алексей и Оля Ерховец. Вот, отлично. Давайте проверяем, все ли у меня стоит запись. По-моему, как всегда, у меня не стоит записи, собственно говоря, экрана. Все, исправил. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Видимо, это Джей Снейк. Поверим на слово. Это, видимо, Асуна. Это Меган Зе Сталлион. И это Лиса из Blackpink. Другой разговор. Нужно подумать, никто не знает Лису. Вау, сколько автотюна. Понятно, такой латинский дэнс-трек. Мелодия, как мелодия пока что. Мне что-то подсказывает, что куплет будет петь... Кстати, кто будет петь припев? Он же? Я не могу сказать, что в восторге от голоса Асуны. У него какой-то слишком высокий. Из-за этого песня немножко пустой ощущается. И надо сказать, одинаковый. Ну, то есть припев от куплета, честно говоря, отличается почти ничем. Если, конечно, это припев. Ой. О-о-о. Как приятно посмотреть на Лису после Меган Зе Стеллион. Вообще не моя эстетика абсолютно. Не надо, пожалуйста, мне это показывать. Это не сексуально, вообще, это отвратительно, серьезно. О, другой разговор. Да хватит, да хватит. Блин, Лиса просто такой, не знаю, огонек красоты в этом всем. О. Красивая, стройная, танцует хорошо. Здесь, наверное, по сравнению с Меган Зе Стеллион еще и скромнягой выглядит. О. И у нее голос поразнообразнее, чем у Асуны, честно скажем. Да хватит мне показывать эту Меган, блин. И жуть.
принципе, если не смотреть на клип, особенно местами, вот такими местами, то нормально такая расслабляющая, приятная мелодия. Слишком она какая-то вся на высоких, на мой взгляд. И не хватает у нее выделяющихся мест. Окей. Она, да, эта песня, она достаточно однообразная. Тут от этого, у нее этого не отнять или не прибавить, да, так сказать. Но при этом нормально звучит. Я бы такое не отказался послушать, наверное, в кей-попе, если бы там были, во-первых, кей-поп-вокал полностью от и до, а не вот этот чудовищно высокий голос Осуны, Осаны. И если бы там кей-поп-вижуал был, потому что смотреть на вижуал Меган мне не очень приятно. Извините, товарищи, кого я обидел этим внезапно, я не очень понимаю, когда вот так вот выставляют и трясут задницы, и когда... Как я орал на клипе Мани, да, от того, что там пела Лиса, так я сейчас реально, она просто, не знаю, отдых для моих глаз, откровенно. Ладно, давайте еще раз посмотрим. Я буду закрывать глаза на всяких жутких моментах. Мне столько чужда вот эта эстетика американская, вот, когда все вот такое, этим всем трясут. Вопросов нет, то не трясите, пожалуйста, этим. Ну-ка, а что он там пишет? I'm having some people over, want me to collect them. Nah, I'm sending. Короче, людей собирают, потрясающе. Интересно, на самом деле, Джей Снейк петь умеет хоть немножко? Да, видите, я даже немножко покачиваюсь так в музыке. Она ритмичная. Ну, такая, на удивление, спокойная. Честно говоря, под нее можно было бы гораздо более спокойный клип сделать. Не такое, типа, вот с трясением задницы. Вот без этого могли обойтись, в принципе. Было прикольно. Ну, чувствуете, да? Припев от куплета отличается, ну, чуть-чуть мелодией, но в целом ничем особенным. Абсолютно тот же фоновый бит играет, абсолютно те же инструменты, ничего не добавилось. Это вам, пожалуйста, не кей-поп. О-о-о. Со своей потанцовкой, видимо, да, замечательно как. Нет. Я буду так делать. Тут можно все с закрытыми глазами. Нет? Единственное, что плюс в этом куплете, то, что у нее голос пальнее, чем у Асаны, и поэтому немножко повеселее звучит чуть-чуть. Господи, боже правый, что за кошмар вообще такой? Зачем это происходит? О-о-о. Какая Лиса-милашка, я офигею. Это очень выигрышный для нее клип. Очень выигрышный. Она не так вся красотка, здесь просто она красотка в кубе, в квадрате и так далее. Десятой степени. О, смотри, какая милая скромняга. Вот это его то, что до этого было, когда я глаза закрывал. Как приятно. В общем, я
требую монтажа, в котором есть только Алиса и, допустим, это Тасана, чувак, окей, хорошо, в котором нет Меган. Или в котором Меган просто стоит, а они вот позируют в жутких позах. Еще просто интересно, вот рэперы и прочие, они умеют по-другому танцевать, чем вот так. Честно говоря, у меня ощущение, как будто они с машины моют, серьезно. И натирают воском. Бро. Окей, в общем, на самом деле песня нормальная. Ну, нормальная, кроме шуток. Она мне в целом музыкально местами зашла, местами не зашла просто потому, что слишком однообразно, и здесь нет каких-то таких, вершин и низин. А, тем не менее, такое тоже бывает. И для западной музыки это более-менее стандартно, на мой взгляд. Для гип-попа менее стандартно, для западной более стандартно. Вот, тем не менее, это прикольно, и в целом мелодия хорошая. И Лиса здесь замечательная, и вокал в целом ох, хотя, опять же, у Асана слишком высокий голос. Некоторые визуальные моменты могли бы обойтись без них, но это свою аудиторию точно найдет, я почти уверен. Просто это не я, очевидно. Но Лиса там была прекрасная, я считаю. Вот, как-то так. Ее партия, ее визуал, ее танцы на протяжении всего клипа. Лиса умничка. Все, товарищи, напишите, что вы думаете на этот счет, и поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, поделитесь моим видео где-нибудь, а если вам очень заходят мои видео, то поддержите меня на Патреоне, мне будет очень-очень приятно, так же, как приятно, что поддерживают меня вот эти люди.